что? Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы будем делать садовую скульптуру из мягкой игрушки. Не выбрасывайте мягкие игрушки, у кого есть садик, участок. Но хочу вас прям сразу предупредить. Игрушка должна быть не лохматая. Я вам покажу, что у меня получилось из лохматой. Какой ужас! Вот. А так, разводим цемент. И замачиваем несчастное животное. Пусть он как следует пропитается. Ты ж мой золотой. Вот. Так. Коты. Пусть. Тихо. Что же ваша батарея звенит? Вот, короче говоря, вот оно получилось. Не знаю, видно, не видно тут. Ну, в общем, короче говоря, вот оно. Вот оно в цементе все. И кладем сушить. Вот. Ай. Ну что, мои дорогие, прошло 2 суток. Крокодил наш высох такой стал. Но местами мягкий. Поэтому приходится еще раз развела и еще промажу. Не знаю, что получится. Знаю, что можно делать так, а что получится. Да, конечно, игрушка должна быть, чем она более гладкая, тем будет лучше, потому что вот эти всякие хребты. И цементник застревает. Не получается так гладенько, хорошо. Промажу еще 2 суток, посохнет. Что вы там рычите? Все рычат. Ну ладно, промажу, потом вам покажу. Ну что, мои дорогие, высох наш крокодил. Вот. Начнем мы его красить. Одним слоем тут не обойдешься, конечно. Так. Так.
Ну, чтобы ваше время не тратить, я его покрашу и потом вам покажу, что получилось. Вот хочу вам показать, если игрушка вот такая лохматая, получается, ну, вот такой, на мой взгляд, кошмар. Ни покраска не спасает, ничего. Да, черный? Такой же, как ты, да. Такой же вот страшный, лохматый. Вот, так что... А гладкие игрушки... Берите и делайте все, что угодно. Кстати, если она будет стоять, игрушка, ну, не прям под дождем, то можно из гипса. Из гипса еще и симпатичнее смотрится. Ну что, мои дорогие, вот получился у меня вот такой крокодил. Может стоять под дождем, под снегом, ничего ему не сделается. Так что можно делать маленькие садовые скульптуры из игрушек. Но единственное, что игрушка должна быть, чем более она гладкая, тем лучше. Вот. Давайте не будем засорять нашу землю, а давать вещам вторую жизнь. Я делала, только у меня сейчас ее нет. Была собачка, ну, такая практически бархатная. Я ее в гипс опустила, и она такая прям была беленькая, хорошенькая, гладенькая. Вот, потому что, ну, цемент-то, конечно, более грубый. Вот. Так что дерзайте, и у вас все получится.